четвертый подъезд. Прямо вот отсюда первый. Ой, трудно прям подъезжать даже к дому-то. Наташенька, царство небесное, Господи. Вот подъезд. Наташенька здесь жила. Господи, как трудно заходить. Проверить квартиру надо. Вот цветочки мы с ней сажали. Кукла Ульянина или Кристинина. Какая разница? Зажгла свечку. Господи, как тяжело уходить. Нет электроэнергии. Цветочек поставила, скоро взойдет. Это такая примета, денежка пусть лежит. Закрою окошко, сейчас вызову такси. Ой, радуюсь, убралась. Уж как убралась, так как смогла. Делаю видео, может, пустим квартирантов. Хорошая квартира. Долги оплатим. Ой, как я устала-то, Господи. Надо такси вызвать. Добрый вечер. Ну вот, все, порядок. Вот такая квартира, хорошие две комнаты, изолированные. Выставлю, покажу видео желающим снять. Ой, вешалочка упал. Кухня, удобно, небольшая, но все есть. Ящички, холодильник, стиральная машина, колонка. Все я помыла. Раковину, газовую плитку, чайник маленько сожгла. Вот такой вид прекрасный. Пусть стоит, может, приду, когда все было чистенько. Огурчики мои, все пусть остается. Пусть живая квартирка будет. Вот квитанции, долги, тут все. Плачу сколько могу. Никто мне, та семья не помогает, хотя получаю две пенсии за детей. А у меня одна пенсия. Что хочешь, что и делай. Девчонки, простите меня, вот я убралась, Кристиночка. До тебя квитанции идут на твое имя. Интересно, она несовершеннолетняя, а квитанции идут на ее имя. Почему? Она средства мне не оформляет, пока долги не покроешь. Ну ладно, не буду искать, все. Вот такая квартира. Приезжайте, живите, все есть. Добрый вечер. Ухожу, жду такси. Цветочки мы сажали с Наташенькой. Соседка мусор отнесла, я жду, держу дверь. Так а у меня ключи-то есть от домофона, лишь почему я дверь-то держу? Я бы вам открыла, у меня же ключи-то есть. Ага, ну спасибо вам. Всего доброго. И вам тоже здоровья, живите. Ой, посижу такси, подожду. Пригляньте маленько, хоть за дверью, ладно? А? Хоть за дверью присматриваете, да? Конечно, там же я иногда это... Подергиваете. Да. Открыто или не открыто?
Ну, теперь чистенько буду вот квартирантов искать. И у меня тут эти внизу. Да, ты скучала. Ну, пойдем. Да, скучала. Скучала маленькая. Да что уж это. В твоей квартире была, да. В твоей. Запах квартиры, где она жила, она чувствует, наверное. Да, у меня там еда. Я взяла еду и не доела, потому что мне это не глоталось. В ее квартире мне трудно, тяжело было. И мы здесь, ну все прям, все. Он постоянно ходит. Ой. Ты его отпускай, он глазки вылечит травкой. Так вот он сам по себе. Когда я думаю, да. Он тут гуляет потихонечку, да, мы? А, мальчишка?